Блин, я сейчас буду тупить. Суперспособность. Самое полезное была бы и новый день, а я уже не помню ничего со старого плохого. В юморе. Актрисой. До сих пор хочу стать, так что если что, вы меня зовите, пожалуйста. Я готова сняться в фильме. Скорее, тут необычно, от кого он. Вот. Ну вот, у меня есть кофта классная, Карл Лагерфельд, если вы знаете такой бренд. Вот. Это не необычно, просто мне приятно очень было. Зак Эфрон. Который Папе с номер 17, да? Да-да-да, вообще он мне очень нравится. Так. И классный мюзикл еще. Ну, необычно было в лагере, в палатке. Прикольно было. Необычно. Дональд Дак, он богатый. Как он разговаривает? Вот так вот. Да каждый день вообще. То туда, то сюда, такой, оп, минус пятерик. Вот на самом деле сейчас без шуток, если я вот часто так шучу, и только потом понимаю, что иногда, наверное, не надо было шутить, я не знаю там ситуацию человека или еще что, и может быть моя шутка была как-то обидной, и мне за это стыдно, так что если я перед кем-то там плохо пошутила, вы не обижайтесь, я случайно. А, вот, повезло, сейчас в Питере квартиру сняла, просто вот первый человек, кому я позвонила, и я сразу сняла, вот это в первый раз, а в Москве я два раза попадала на деньги. Играть на гитаре, ну, как бы я уже там что-то начинала, но продолжить хотелось бы нормально прям. Satisfaction, наверное, прям вот на моем дне рождения все вот, кто в сборной играет, все были, прям вообще отрывались жестко. Push me and then touch me. Satisfaction. Я мышей боюсь прям очень сильно, прям вот пи-пи, вот это меня трясет прям. Тигр, ленок. Тигр-ленок. Собаку Ники по-любому. А кота не было бы у меня кота, наверное. Я не хочу кота. Как мажор. Вот мне нравится. Вот это типа на тачке такая крутая едет, потом всякие решает по справедливости вопросы. Я не знаю, Мальдивы это страна или нет, но вот я мечтаю вот уже вот просто туда лечь, вот в этот вот, который где на велике там ездят, и не вставать оттуда 10 дней. Без маски меня из торгового центра в Москве забрали в полицию. Но мне нравится стендап. Бизнес. Стейки в ресторане Meat and Fish. Печень. Не могу даже запах приносить. По-разному. Либо активное такое, что каждый день куда-то ходить, все прикольно. Либо когда ты просто на нуле, лежать 10 дней где-нибудь на Мальдивах.